Всем привет, это канал Physics A, и угадайте, что это за игра. Может быть, вы уже угадали, но тут сейчас всего лишь небольшая кинозаставочка идет. Ну же, и это, да, это Far Cry 5. Вот. Сегодня мы попробуем поиграть в Far Cry 5. Игру было, на самом деле, ну, в принципе, просто установить, но там всякие были какие-то, там, это проверки вот эти, там, надо туда-то зайти, туда-то вот войти, и все такое, вот, зачем столько всяких ступеней непонятных делать? Тут есть еще какая-то аркада, но я не знаю, мы просто начнем новую игру на среднем уровне сложности, потому что самый нормальный, в принципе, так, это что? А, это надо в пол выбрать, офигеть. Такого не было в Far Cry. Ну давайте мужик. Мы же все-таки мужики, все-таки как-никак. Действие в Far Cry 5 будет происходить в Америке. Такое именно зарождение Америки, так можно сказать. А это, походу, главный злодей наш будет, такой антагонист. Я же сказал, что Бог не даст меня забрать. Ну, тут будут всякие вот еще религиозные вот эти штуки. Отец. Нифига ты отец. Ласт, последний. Что там у тебя на спине написано еще? Что ты чиркаешь все на спине, я не понимаю. Для чего, а? А, ладно. Психанутый человек, Монтана. Просто бывает. Ой, а тут стоп. А субтитры есть? Штат сокровищ. Ну ладно. У Монтаны много названий. Для меня это дом. Мой родной край. Родной и безумно красивый. Потому здесь легко не заметить человеческую подлость. Оп, тут... Поймите, а тут и автоматики. Никто не воспринял их всерьез. Они другие. Фанатики. Секта, натуральная секта, блин. Коллапс близок, дети мои. Сперва они купили все наши фермы. Потом радиостанцию. А напоследок прибрали к рукам сраную полицию. Они создали теократию. Прямо здесь. У нас под носом. Да, власти нас не спасут. Никто не спасет. Вообще Бог никто. Требует, чтобы мы спасли эти заблудшие души, хотят они того или нет. Все отказываются верить в то, что это секта. Люди напуганы. Одни захотят навредить нам. Другие разрушить все, что мы с вами создали. А третьи предать нас. Тут даже шумы есть, как будто камера. Мы не знаем, на что он способен. Чувак. Кто? Их лидер. Иосиф Сид. Для них он отец. Лишь глупцы не помогают проекту. Вот это да, самый главный типа. Они не верят. Они слепы. Но что они прозреют. Руки в рот засунул. Я даже не понимаю, что он сделал вообще ему. Он просто что-то там нажал ему, он заорал. Я вообще даже не знаю, что сделал. Да, ты. Ты зря тратишь время. Тут нет сигнала. Мы что, в Outlast играем? Я не понял. Так, ребят. Чертов ублюдок. Господи. Теперь мы в стране эдемщиков. Можно на паузу поставить игру? Тебе хватит времени, чтобы передумать и развернуть вертушку. Давайте послушаем. Хотите, чтобы я проигнорировал ордер, шериф? Нет, сэр. Я хочу, чтобы вы лучше понимали эту ситуацию. Иосиф Сид. Не из тех, кого можно припугнуть. У нас с ним уже были стычки. Почему ты говоришь рации, хотя у тебя... Вот ты рядом со мной сидишь. Иногда лучше оставить все как есть. Да... Я должен их слышать нормально. Для всех шерифов. Иосиф Сид не исключение. Брат, а вызови-ка диспетчера. Есть. Уайтхорст диспетчеру, прием. Да, я. Мы приближаемся к поселку Нэнси. Прием. Ясно. Особо не поглядишь. Еще не передумали. Прием. Нет. Мы, к сожалению, еще пытаемся вразумить нашего друга маршала. Прием. Ему повезло, что меня
меня нет. Если что, обязательно дайте мне знать. Прием. Понял тебя, отбой. Может, стоило взять с собой Нэнси, а не этого Салагу. Сектанты бы обосрались. Брат. Кто такие эти эдемщики? Я Салага? Я из Эдема, поэтому эдемщики. Так их зовут местные. Пару лет назад казалось, что проблем от них не будет, но сейчас они вооружены. Сейчас я вам покажу, и какой Салага я. Вы боитесь, шериф? Прибыли. Поселок под нами. Опачки. Господи. Неудачная идея. Последний шанс, маршал. Мы садимся. Да ладно. Сажай! Брат, понял. Диспетчер, слышишь меня? Да, слушаю, шериф. Если через 15 минут не выйду на связь, вызывай всех. Если придется, вызывай нас в гвардию. Прием. Так точно. Я вас помолюсь. Слушайте все. Да и правило. Держитесь рядом, не доставайте оружие и помалкивайте. Ясно? Понял. Салага. Внимание. Не зевать. Идем. Что за команда? Не зевать. Я говорю, понимаете, еще будь начеку там, типа. Ой, спасибо, что можно теперь на паузу поставить. Какое спасибо, какое прям облегчение. Что-то я ж... потише надо сделать. Во-первых. Давайте только поставим, посмотрим. Как будет. Чё я такой медленный, Так, ну я себе громче сделаю. Вам надо потише, а мне погромче, вот. Чтоб меня было слышно нормально. Еще субтитры, точно. Точняк. Чуть не забыл. Это видео или звук? Музыка. Во, субтитры. Арабский. Ой, боже мой. Русский. Все, окей. Вот теперь будет нормально. Вас это не касается. Не вмешивайтесь. Ну где субтитры? А вот. Отлично. Чтобы вы могли прочитать, что они говорят, и я мог прочитать. Они же все-таки далеко идут сейчас. Зато ствол они будут уважать, и все проблемы можно решить оружием. Чё я такой медленный, а? Прям капец, вы быстрее меня даже. Можно побыстрее? Ух ты ж, что это? Я на Alt нажал, и... Какая-то штука... Апгрейды какие-то? А, что-нибудь придумает. Far Cry всегда вот такая штука, что типа кто-то главный тут есть, антагонист какой-то, правитель, что-то типа такого. Ясно. Ясно. Какой-то коррумпированный чувак. Сюда никто не должен войти. А ты со мной. И да. А чё это я с тобой-то, а? Сразу. Не наделай там глупостей. Остыньте, шериф. Про вас скоро в газетах напишут. Все хорошо. Да, я не беспокоюсь. Что-то случится. Вы чувствуете, да? Не. А, ну я... Вы про нас имеете в виду? Ну да, мы идем сюда. Что грядет час расплаты? Эй, чувак. Вот зачем нужен проект. Мы знаем, что случится дальше. Они придут. Чтобы забрать всё. Да устреляйте в него, да и все. Чего мы тут мельтешим? Даже веру. Убить его, и все. Не позволим. Шериф, ну, не позволим их жадности, их безнравственности, их порочности одержать верх. Шериф, порочность. Мы не будем страдать. Всё, Иосиф Сид, у меня ордер на ваш арест. По обвинению в похищении с умыслом на причинение вреда. Живо выйдите вперед и держите руки перед собой. Нет. Понял. Вот они. Ты грешный. В нашем саду. Они пришли за мной. Пришли, чтобы забрать меня у вас. Чтобы разрушить все, что мы строим.
Спокойно. Оружие сейчас ни к чему. Вы! Так, всем стоять. Пушки на землю! Всем стоять! Пушки на землю! Успокоились. Мы ждали. Что за кипишу? И мы подготовились. Все. Все. Бог не позволит им забрать меня. Да, конечно. Какой у тебя он хорошенький. Я видел, что Аглит снял первую печать и услышал громовой голос одного из четырех животных. Иди и смотри. Выйди вперед. Я взглянул. И вот. Конь бледный. И ад следовал за ним. Может, погромче надо было? Салага, давай в наручники его. А, что, серьезно? Бог защитит меня. А, стоп, стоп, я не готов. Салага, браслет на него. Так, нажмите, чтобы арестоваться отца. Окей, допустим. Иногда разумнее всего просто уйти. Что, все? Игра закончилась, все расходимся. Так, стоп, ребят. Ребят, ладно, давайте погромче все-таки сделаю. Мне кажется, вам не слышно ничего. Ну, пусть будет 45. Есть, попал. Пошли. Пошли. Нажмите V, чтобы идти. Да ладно. Вы мне уже это писали, ну ладно. Так, окей. Нужно сваливать отсюда. Маршал, вперед, мы пойдем справа. Понял. Мы не позволим. Да. Пути. Он вообще-то плохой. Вы что, не знаете, что ли? Что у вас пушки какие-то, блин, а? Ты хотя бы это, футболочку надел. Холодно же тут, видишь? Темно тут. Не, ну так-то жестоко-то не надо. Ну что вы, а? А если я буду стоять? Я слишком далеко от шерифа. Ой-ой-ой-ой-ой. Мне это не нравится. Ну что началось-то? Так. А, все? Мы уехали? Ну все нормально. Да не кипишуйте. Ух ты ж, блин. Вот этот, вот нормальное поведение человека. Сидит, ничего себе. О, ой. Ой. А этот поет. Вот как надо вести себя в таких ситуациях. Far Cry 5. Ну, я уже видел это. Ну, для красоты это как будто фильм. Надо сделать так. Ну, я выжил, остальные нет, да? Нэнси. Окей, какая-то Нэнси. Надо запомнить, наверное. Все сдохли. Только мне повезло, как неожиданно. Ладно. Давай, давай, ты сможешь. Ой, привет. Отвечай, прием. У тебя очки сломались. Ты там. Я же сказал, что Бог не даст меня забрать. Да ты не Бог тебе, это просто люди. Хорошо. Тебе помогли. Может, не надо было этого делать, а? Диспетчер. У нас все хорошо. Не надо никого звать.
Ух ты, сучка. Да, отец. Что? Ты что, подговорил ее? Никто не придет на помощь. А я сам справлюсь. Отец спасен под сенью крыльев Господа. Ду-ду-ду-ду-ду. Все идет согласно плану Господа нашего. Я все еще с вами. А что меня не крохнуло, а? Первая печать сломана. О, это жива? Коллапс начался. Мы возьмем все, что нужно. Ну хотя бы один человек жив. А, все живы. Мы убьем всех, кто встанет у нас на пути. А чё вы дрыхли тогда? А где шриф тут? Ну, шриф только пропал. Остальные все на месте. Да начнется жатва! Ой-ой-ой, нас сейчас убьют. Походу мы с нашими друзьями как-то расстанемся сейчас. Боже мой, надо выбираться отсюда. Да я уже понял, ух ты ж. Да ладно, я просто обычный коп. Чувак, ОМОН, все такое. Ну не ОМОН, ОМОНа здесь нету, это же все-таки. Без моей помощи вот ничего не будешь, а? Ладно, погнали. Побежали, все. О, уже нормал. Теперь Far Cry 3 начинается. Что, куда побежим? Блядь, надо. Ой, попадают. Водичку. Ха, не найдете. Ну что, выбираемся. Опа. Вот и все. Вот так и начинается любой Far Cry. Просто сбегаешь и все. Так, когда противник вас видит, индикатор обнаружения постепенно заполняется. Если он заполняется, начинает мигать, вас обнаружили. Незаметно подбиравшись вплотную к противнику, нажмите F, чтобы бесшумно выполнить быстрое убийство. F, окей. Ну, я понял. А, N надо нажать, окей. Так, C присесть, E взять. Ты взял лопату. Так, здесь всего один чувак. Я нашел Мэтью. Все плохо. На него напали. Это же труба. Он мертв. Грешников нужно найти. Опа, отлично. Пестик. Йоу. Патрончики есть, отлично. Это все, что ли, что у меня есть? Так, ладно. Что это еще есть? А, моя труба есть? Обыскать. Боеприпасы для пистолета. Они что, меня ищут еще? Обыскать можно его. Точнее. Перенести тело. О, Far Cry 3 там тоже был, можно было, только если, конечно, проапгрейдиться. А тут уже так можно. Отлично. Молодец. Так. Бита. Да? А как вернуть пистолет? Бита, пистолет, отлично. Так эти меня ищут все еще. Эй, меня кто-нибудь слышит? Ну я слышу. Эй. Кажется, я сорвался. Я вижу здесь рядом Крейг. Ладно, отпишу. Попробую попасть внутрь. Так, окей, я понял, куда идти. Кто-то слышит меня? А то я не знал вообще, куда идти, если честно. Тут никого нет, отлично. Ну, пойдем так. Окей. Интересно, а если бы я его не вел, что бы было бы? Ну, может быть, либо они там меня избили, убили и все такое. Возможно и такое, оно. Мало ли пошла бы другая история. Все-таки игра такая непредсказуемая. Так, лучше взять пестик. А, ключик нужен. А мне нет ключика. Брейк, может подскажешь, где ключик спрятали? Нет, что, должен пробираться через окно, что ли? Нет. Так, ладненько.
О! Выстрелить? Окей. О! Привет. О, боже мой! Ты... прости. Маршал. Думал, тебя схватили. Пошли. Пошли. Давай. Проверь тут все. Окей. А, не надо проверять. У меня пестик есть, если что. О боже. Ничего себе. Твари. Мы посадим всю эту семейку. Ага, всю семью. Там семейка Топаны целая? Психи. Ё-моё. Мы выберемся отсюда. Но сначала нужно оружие. Держи. О, спасибо. Я думал, ты это себе заберешь. Делаем вот что. Там есть дорога. У тебя пистолетик классный. Едем по ней. На Угомохнемся пистолетом еще. До Мизулы всего пара часов езды. А потом мы вернемся сюда с Национальной гвардией. И уничтожим всех. Так. Окей. Только я аптечку возьму. Аптечку можно взять? Бля, ты спер аптечку. Где они? Я не вижу. Вон один. Что, его убил, что ли? Вон. Да я понял. Мне бы тоже не помешало, знаешь. Что они какие-то нежные прям вообще? Да я прикрываю тебя, что ты? Откуда тут взрывы такие, а? Что-то не ложатся как-то быстро, если честно. Я убил, что ли? Там еще кто-то есть. Так. Куда ты спер аптечку мою? О, что это? Ключики. А ну, стоять! Ах ты ж, вот оно что. Когда вылезти, блядь? Ты что это... творишь? Нужно убираться отсюда! А как? Ну-ка как? А во! Все, погнали. Да я уже понял тебя. О. Фак. Ха. О, патрончики бесконечные. Ну это классно. Да? Ой, олени. Нет, я не буду в них стрелять. Я же добренький. Да, сучка еще та. Ну ща все будет. Ну, блядь. Чё, чуваки, а? Съели говна? Блядь. Ща, подожди, я перезаряжусь, чё ты? Чё ты паришься? На, сука, блядь. Ой, да-да-да. Правильно делаешь. Да что ж ты так много их, а? Где они там, блядь, сука, чё так больно ты? Где? Где возле реки, блядь? Я не вижу. Где ящик? О, горючее. Че, я спокойно... Во. Ну ладно, хотя бы так. Возьмите динамит. Е. Это что, блин, самолет? У них еще и самолеты есть? Походу. Да. Вот тебе называется хорошая власть такая. Видишь, у них даже самолеты есть. Может, у них еще есть ядерные бомбы? Че, тебе понравилось, что ли? Да ладно, не благодари. Куда отправь? Да, бля, лошары. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, корова, блядь, хули ты в корову врезался? Блядь. Ух ты ж, ё-моё.
Мне нужна аптечка, чувак. Как лечиться? Ой, контрол. Вот, охеренно. Ё, так не качайся. О, мостик. На, блядь. Да, блядь, в бошку. Да, издеваются, я сам об этом говорю. Сука, блядь, нет, контрол. Блядь, сейчас сдохну. Все плохо? Это я виноват? Сейчас выберемся, не волнуйся. А, ты уже выбрался, а я? Стой, меня подожди. А вот и я выбрался, отлично. Ну чё мы этих тварей проучим? Чё мы начали эту игру играть? Чтобы проучить этих тварей, да? Так, ты вышел? Маршал. Опачки, в смысле двое. Вы одного уже схватили? А, блин. О, ты откуда взялся, чувак? Блин, прям напоминает Far Cry 3, офигенно просто. Все, что я предсказывал, сбылось. Стражи порядка, что хотели разлучить нас. Их всех перебили в нужные руки моих родных. Почти всех. Мы там уже все грешники стреляли в друг друга. А чё ты меня связал? Ты хороший или плохой? Ты кто? Знаешь, что происходит? Они перекрыли дороги. А я прочитал субтитры, да. Они оборвали провода. Они лишили долину связи с внешним миром. Короче, мы все в полной жопе. А выбраться из долины нельзя? Проклятый коллапс. Они верят, что грядет конец света. Они ждали его. Давно. Ждали того, кто придет, чтобы осуществить пророчество и развязать священную войну. Ну, у вас получилось. Ну, зато конца света не будет. Разумнее всего было бы отдать тебя им. А чё ты не отдал? Чёрт. Додумался. USA. Ух ты, ножик достал. А, ой, спасибо. Можете морду начистить? Снимай свою форму, ее надо сжечь. Там чистые вещи. Как переоденешься, приходи ко мне. Будем думать, как нам вылезти из этой жопы. А ты когда успел влезть в жопу? Так, переоденьтесь, окей. Ой-ой-ой, одеться надо. Настроить нашего персонажа. Чё они все такие страшные? Ну вот это самый нормальный, в принципе. Самый такой стандартный. Пусть будет он. Я не понял, я не думал, что мы будем кастомизировать полностью персонажа. Окей. Какую чёсочку? Это лысый, это с прической. О, вот это ему подходит, в принципе. На Ченнинга Татума стал похож. Нет, ну это совсем уже. Ну это да, это уже слишком. Думаю, в принципе,
Что типа вот такого сойдет. Высын совсем не надо быть. Ой-ой-ой. Торс, окей. Ну тут все, в принципе. Да. Не, ну мальчики на него нормально так смотрятся. Рубашечки. Ну, рубашечки, рубашки. Они, конечно, грязные. Да и рубашки тоже не чистые, в принципе, особо. Типа потный мужик. Ладно, пофиг. А, нет, я не выбрал, что ли? Во. Ножки. Ну смотри, значит, у нас лес. Камуфляжик. А, у меня и так стоит камуфляжик. Окей, головной убор. Не, головной убор не надо. Прическу помнет. Так, перчатки. Кости. Резиновые перчатки. Тут прикольно, кстати. Ну, это совсем такие стандартники. Это прям перевязка рук. Ну, это как будто, знаете, какой-то доктор так одевает перчатки. Сейчас мы залезем вам в жопу. Поэтому давайте вот такие вот перчатки. Самые нормальные такие. Ну и все. F подтвердить. Все, я переоделся, даже перчаточки себе нашел. Так, окей. А можно мне пистолет вернуть? Элай! Элай, ты здесь? Иди сюда. Какой нафиг Элай? Есть разговор. Я не успел толком представиться. Все зовут меня Дач. Дач, окей. Я пытался разобраться, что происходит. Мы в жопе. Мне удалось выяснить. Хорошо разобрался, походу. Ты мне уже третий раз это говоришь. Их разделили. Каждого передали в руки одного из членов семьи Иосифа. Ясно, что ты хочешь спасти их. Я тоже терял друзей. Флаг Америки. Когда все узнают, что здесь происходит, будет уже нормально, поздно. Ладно. Уверен, многие захотят сражаться против эдемщиков, только нужно показать им как. Мы организуем классный сопротивление. Фонарик. Вот только тень моя не отображается почему-то. Для начала возьмем под свой контроль этот остров. Когда нам будет где развернуться, решим, что предпринять дальше. Записочка. В сейфе лежит оружие и карта. Да. Возьми. Отлично. Я свяжусь с тобой по рации, как разберешься. Окей. Ой, а чё он сам открылся? Это все мое? Вокруг полно святош. Так, автомат где мой? На. Походу они там все психанутые. Стоп. А, так. Ну окей, я понял. Ну тут где-то была лопата. Давайте возьмем лопату на всякий случай. Удержите Q, чтобы открыть селектор оружия. И выбирайте с помощью... Ага. Либо нажмите, чтобы выбрать нужный предмет. Так, Q, да? Лопата, там всякое такое. Ну, типа... Давайте с лопатой походим. Так, это что? У меня ничего нету, кстати. Типа... Так, а лопату я убрал, да? Сейчас у меня труба. Где лопата? А, во, смотрите. Тут можно... Типа... Ща. А-а-а. Типа можно... Ой, все, отлично. Я могу брать с собой... Сколько предметов максимум? Так, это на пятерку, да? Окей. Тут еще пока ничего нету. Ну окей, ладно. Взаимодействие. Ах, вот мы где были все это время. Слушай, хорошо. Если ты хочешь спрятался. Сопротивление, ты должен кое-что знать. Что? Есть несколько способов сделать это. Первый, организация сопротивления. Освобождай тех, кто попал в плен к сектантам. Ага. Может, статься, эти ребята поддержат тебя, если помочь им. Понятно. Второй. Уничтожай имущество святош, оно теперь повсюду. Черт! Да даже на этом острове уже два их алтаря! Ну тогда справимся сейчас. Помогай местным! Здесь полно тех, кто сражается с сектой по мере сил. Им пригодится твоя помощь. И последний. Если тебя так и тянет в бой, захватывай аванпосты святош по всему округу.
Таким образом, у нас появятся базы, с помощью уничтожайте собственность, освобождайте вам пост, спасайте гражданских, выните задание. Ясненько. Освободите остров Дача. Мы по всему острову. Если так, где-то что-то карта. Я это вижу. О. Пока что поезжай на юг и убей всех эдемщиков, которые попадутся тебе на глаза, ну и помоги тем, ой, кому нужна помощь. Кто-то есть. Отбой. Так, тут три чувака. Есть и третий. Оп, готовы. Ну все. Так, давайте посмотрим, что тут есть. Чё я взял? Я что-то взял? Почему? У меня две лопаты, что ли? Так, аптечка. Окей. Это что у нас тут? Корпус ускорителя. Какие еще ускорители? Что это такое вообще? Так. Как это взорвать нам? Ну, наверное, логичный способ сделать вот так. Нет? Что там горит? А ну-ка еще раз. Так, когда ж ты уже загоришься нормально такая? Сколько надо раз тебя продырявить? О! Алтарь разрушен, окей. Вот и отлично. Чего они, интересно, тут делали? Охраняли все это время эту штуку, а? Вот им делать было нечего. Так, карта. Ой, мы не в ту сторону даже идем. Ну окей, пойдемте тогда куда там. Сначала по дорожке, вот этой. Дальше дорожки не будет. Так, стоп. Вот туда. Все, я понял. Значит, идем туда. Так, ты как, насколько долго можешь бежать? Сейчас мы узнаем. Вот она, Северная Америка. Горы. Леса, холода, непонятные острова. Вообще правильно идем? Я что, обошел что ли? Что за фигня? А, это бункер. А, блин. А куда мне идти-то? Журнал, карта. Регион Дача. Ну, да, тут карта не маленькая. А вот... Насколько карта будет расширяться потом? Тут секрет такой. Что тогда сделать? Куда идти? Освободите остров Дача. Как бы да, я понял, что это его бункер тут. Просто ходим и тупо освобождаем его остров от всяких непонятных говнюков. Кстати, остров там маленький, оказывается. Он не огромный, в принципе. Может быть, надо по дороге идти. Окей, там что-то есть. Сейчас посмотрим. Это что у нас такое тут? Лучше никому не рыпаться. А, заложника освободить. Опа. Да я... Спасибо, помощник. Все нормально. Так. Метательное оружие. Сектор разжигу, чтобы выбрать нужный перс с помощью. Так. Окей, тут можно взять метательное оружие какое-то еще. Твою мать! Слушай, чё, красивая? Я видел, как секта схватила какого-то парня у пристани. Если поможешь ему, может, он захочет составить тебе компанию. Эй,
эти чокнутые фанатики совсем взбесились. Рекомендую заглянуть в нычку выживальщиков возле лодочного сарая. Угу. Там должно найти что-то полезное для защиты. О, спасибо, чувак. Так, у нас есть какое-то еще метательное оружие. Давайте посмотрим, что тут. У нас граната есть, да? Одна гранатка. И... Так. На 8, наверное, бросаться. Я просто сейчас боюсь бросить ее случайно. Там еще заложника схватили. Отлично. Тихонечко. Что тут у нас? Записка выживальщика. Привет, Майк. Я попытался добраться до подземной нычки, но главную трубу прорвало и все затопило. Понятия не имею, что уцелело ли что-то. Надо как-то запитать насос и откачать воду. Я знаю, что переключатель в лодочном сарае, но он закрыт, а ключ мне не оставил. Так что разбирайся сам, Гаррет. А, и все, что ли? Окей, у нас какая-то еще появилась штука. Взаимодействие. Это что такое? Что тут есть? Ой, я что, задыхаюсь? Блин. Стой. Слушай, да ты сорвал джекпот! Что такое? Где-то тут тайник выживальщиков, в котором они нычут кучу полезного хлама. Попробуй попасть туда, снаряг-то пригодится. Да я б с радостью, если б только мог попасть сюда. Ломай. Тут еще нету, блин. Труба с болтами какая-то. Давайте посмотрим, что здесь. Вот это что ли труба с болтами? А что-то лопата не хочет сломать это? Пушит. Опа. Денежки. Ты что-то как-то задыхаешься, как будто. Короче, тут ничего нету, кроме денег. Так, а тут что? Вообще никого нет. Там нужно место, лодочный сарай. А, мне про него как раз говорили. Тут никого нету. Обыскать. Стрелы какие-то еще. Закрыто. Нужен ключ. А так мне? Че, мне ключ найти? В зоне поисков. Ладно, если так обойти. Тут кто-то мне не шибанет. Ну-ка, лезть, отлично. О, вот и ключик. Да возьми ты ключик уже. Вот. Так, а тут что? Починить надо? Или это просто так? Я включил. Не, лопату я на весло не поменяю, вы чё? Я что-то сделал? Тут что-то, наверное, есть еще. Нет? Такой звук еще. Ладно, я не понял. Короче, что-то я сделал непонятное. Ой. Надо обойти. А! Подожди, я воду откачал. А, вот теперь откачал. Во. Сразу намного лучше стало. Я что-то пытался тут. Плыл. Вот, теперь... О, другое дело. Стрелы.
Затонувшие сокровища выполнено. Арбалет. А я что, променял его, что ли? На автомат? 10-13. Если захочешь покрасоваться, можешь смастерить себе динамит. К счастью, у эдемщиков есть все необходимые материалы. До связи. Что это такое? Какие-то штуки подобрал еще. Надо какие-то навыки прокачать, да? Разблокируешь ячейку оружия с навыком дополнительная кобура. А как это сделать? Мне бы не помешало бы прокачку сделать. Только как? Может, я что-то пропустил? Снаряжение. Настройки персонажа. А что, можно всегда настраивать его? Это классно. Так, ладно. Снаряжение. Ключи. Всякие штуки, другие. Ну да. Блин, ну только... Где прокачку делать? Кобура. Где мне взять эту дополнительную кобуру-то? И может это прокачки? Нет. Разные. Я не знаю. Где можно прокачку сделать-то, а? О, бабло. Взрывчатка. Изготавливаюсь котель молота и взрывчатку с помощью селектора оружия. Ага. Ну, то есть... Алкоголь, так. Так, тут я ничего не могу изготавливать. Детонатор. Нужен детонатор. Чтобы готовить. И алкоголь какой-то еще. Окей, тут тоже собираешь материалы всяких. Корпус. Корпусы. Взрывчатка, детонатор. А где взять детонатор? Тут есть детонаторы? Стой, подожди. Где детонатор? Нет, что ли? Да блин, я думал, бутылку ты возьмешь. Я думал, может, коктейль молотова сделать хотя бы. Тут больше ничего нету. Может, тут где-нибудь что-нибудь есть. Ой-ой-ой-ой-ой, лопату я ни на что не променяю. Лопата моя, все. Ладно. Как есть, так есть. Опачки. Готов. Спалила, сучка. Не сломи. Че ищет меня, а? Опа. Чем бы я такое заслужил? Ну, столько за... Есть. Умоляю, вытащи меня отсюда. Спасибо, помощник. Стой. Мой лук-то отдай, стой. Лук. Все. Так. Блин, как же... Тут сложно с этими вашими... О. Нанять можно. Правильный выбор. Что, может, подскажешь чему-нибудь, нет? Ладно. Помощник, раз уж вас теперь двое, отправляйтесь к центру службы охраны лесов. Он кишмя кишит сектантами, они хранят там свою паскудную блажь. Окей. Убейте их всех, пусть
Пусть святоши знают, с кем имеют дело. Вот и так и наберем толпу. Че, идешь? Отлично, идет. Надеюсь, он не забагуется нигде. Соберись. Нельзя расслабляться ни на секунду. Так, нажмите G, чтобы приказать динамику перейти к указателю. Нажмите G, чтобы атаковать указанного противника. Если наемника заметили, он попытается... Не заметили, он попытается дальше действовать скрытно. Окей. Я понял, но это, конечно, все тяжело делается, все. Иду туда. Ну ладно, ладно, я пока тебе не буду приказывать. Иди, там идемщики. Так, окей. Пойдем по траве. Чисто скрыто. Опа. Готов. Так, готов. Окей. Так. Вот этого можно, в принципе, вальнуть. Ой, сколько вас тут, а? Все что ли? Блять, стой, стой, стой. У, штука мощная. Задержать дыхание. Shift. Убрать стрелу R. О, фух. Я-то думал, что делать-то? Я зарядил стрелу, не хотел выкидывать ее. После такой головомойки святоши вряд ли вернутся. Да, отлично. Окей. Так, я бы сказал, что у тебя что это за бочка такая? Нестите, ладно. Патрончики, патрончики всякие там. Обыскать. Чё? Я взрывчатку какую-то подобрал. Там написали, вроде взрывчатку какую-то подобрал. Так, из всяких лутов тут нету. Окей. Я еще тут мужик мертвый, да. Ну-ка обыщем. Метательный нож. У меня есть метательный нож. На семерочку. Как его использовать? А, типа я выбрал и, наверное, на какую-то кнопку надо нажать, чтобы... Окей, ладно, давайте возьмем метательные ножи. Я не знаю, как бросаться, наверное, предполагаю, как... Ну, это ладно. Сперва моя семья. О. Я чуть было не погиб. Спасибо. Привет, а я тут это что-то... Надо было соглашаться. Читать. Жатва началась, отец привел устанавливать такие алтари по всему региону, чтобы нести его слово, когда алтарь будет готов, любой ценой защищать от его грешников, которые попытаются причинить ему вред. Мы строим эти святыни, чтобы мудрость отца пустила корни и дала вас всходы. Это вот эти штуки, которые пылят всякую хрень. Чё, может... Сектанты уже не первую неделю ошиваются вокруг острова. Похоже, они хотят обустроить базу на старой станции рейнджеров. Обыскать. Нет мест. А я что-нибудь могу сделать там, изготовить? У меня здесь донардеров нету, да? О, я могу взрывчатку сделать вот эту. Так, изготовление. О, изготовил. Окей. Так, пока больше не могу, да? Ну да. Ладно. Чё, интересно, да? О. Всякое бабло. Окей. Открыть дверку можно? О, она сама что ли открывается? Стрелы. Ой-ой-ой, не-не-не, не хотел. Не, пока что с луком нормально. Но я хотел одновременно автомат и лук, но это нельзя сделать, поэтому я все-таки решился взять лук. Вот так-то вот мы сыграли в Far Cry 5. Такие вот дела. Ну что ж, начало, в принципе, неплохое, но очень повторяет Far Cry 3. Зато тут вот очень прикольная система наемников, вот таких,
людей, которые могут вот так ходить с тобой и помогать. В принципе, собирать такую армию и потом шмалять в этого грешника тупого, который всеми тут руководит. Это все-таки прикольно. Это оружие трофейное. Где? Ладно, он что-то сказал, какую-то шнягу. Непонятно. Еще вот эту бочку можно было взорвать, но я не взорвал, потому что рядом с ней никого не было. Ну-ка, я тебя опрокину или нет? Нет, ладно. Вот такие вот дела. Если вам понравилось, пишите обязательно. Продолжим играть. Смотря сколько продержимся, смотря как будет интересно и неинтересно, надоест или нет. Все-таки игра большая, это уйдет надолго, возможно. Так что... Ставьте лайк, если понравилось, подписывайтесь на канал, если не подписаны. И, конечно же, в Дискорд. Не забывайте про Дискорд. Все, куда мы двинемся в следующий раз? Серия, а? Не знаешь? Что происходит? Что это было? Я к тебе больше не буду подходить, все. Отстань. Развели тут Вудсток хрен. Ненавижу. А, это из-за этой хрени тупой. Это она так влияет на меня. Да, фу, вонючая, походу. Плохая. Ладно. Все. Всем пока.